Губернатор слова не сдержал. Областные власти обещали в 10-дневный срок до 1 февраля решить проблему детей, больных диабетом, о которых мы уже рассказывали. Напомним, что наш регион все еще остается одним из немногих, в котором родители вынуждены за свой счет приобретать дорогостоящие расходные материалы для инсулиновых помп. Увы, но поручение губернатора так и не было выполнено облздравом. Февраль наступил, а расходных материалов дети так и не получили. Мы получили ответ, и мы находимся в недоумении от полученного ответа и очень хотели бы встретиться лично с Безруковым. По его письму, которое он нам направил, мы так понимаем, что он не выполнил обещанного. В департаменте, видимо, переоценили свои возможности, раздавая такие обещания. Даже если деньги будут изысканы, предстоит провести торги и дождаться поставок. Еще как минимум 2 месяца родителям придется покупать расходники за свой счет, а это от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Вызывает недоумение и странное решение Владимира Безрукова. Для того, чтобы выделить деньги больным детям, областная власть будет вынуждена приостановить ремонт Покровской городской больницы. Нас это не устраивает. Для того, чтобы нашим детям выделить деньги, забрав там деньги у больниц там, или вообще откуда-то из другого изыскивать, это нас не устраивает. Мы хотели бы вообще, чтобы Безруков программу создал для наших детей. Наша проблема не решена, и мы ждем ее очень, надеемся на положительный результат. Наши дети ждут расходных материалов.